маски шоу, все мордами в пол, мордами в автобус. Типы в масках всех крепят. Че, КБЧП походу полетит академически. Накануне поздним вечером в академическом районе Екатеринбурга автомобилисты стали очевидцами силовой операции. Люди в форме на служебных автомобилях подъехали к уличному павильону на пересечении улиц Краснолесья и Вильгельма Дегенина и задержали нескольких человек. Ждем информацию от МВД. В МВД открестились от причастности к этой операции, предположив, что задержание проводили военные, а именно бойцы войск Национальной гвардии России. В самой Росгвардии на запрос журналистов Е1 ответили, что воздержатся от комментариев.